Привет, это я, Оля Кекс. И как вы, наверное, уже поняли, по моему куриному боксу. Это видео будет про чикенган. Поставьте лайк прямо сейчас, если рады, что чикенган вернулся на мой канал. Я узнала, что один из моих любимейших блогеров про чикенган, а именно кореш24ка. Эх, кореш, а мог бы назваться кореш24ко-ко-ко. А теперь поздно уже, я создаю такой канал. Кореш24ка соединил два моих любимых в жизни элемента. И это я не про битбокс и понос. Мультфильм «Глупый парень» и вселенную Чикен. Так что сегодня будем трясти стариной. Посмотрим «Глупого парня» из вселенной Чикенган. Let's go! Погнали! Глупый парень по району ходил один ночью. Хорошо, что бит сохранился, потому что я боялась, что, возможно, здесь будет совершенно другой трек, а он абсолютно такой же. Не люблю, когда что-то новое, мне сразу некомфортно становится. Поэтому я оставалась на второй год 7 раз. Наткнулся на бомжей и захотел им дать люлей. Начался крутой замес, парень зря туда полез. Бомжи были с батуна, но прошли спецназ войска. Ё-моё, какой-то глупый... Курец напал на бомжей, а они, оказывается, какие-то супер подготовленные военные, хотя, судя по их униформе, они сидели только что в тюрьме. Больно! Вот не раз, вот не два. Воу. Они его не просто пинают, они его бьют ломом и лопатами. Это мультик 18+. Это слово пацана. Весь побитый и в грязи. Пролежал часа он 3. Мимо... Пальто, ты ли это? Слово пацана. Я за эту улицу, кукареку! Мимо шел один пингвин, он хороший гражданин. Нужна помощь пацану. Пингвин армянин! Вызвал скорую ему. Вылечите меня! Нифига себе, вот это замут в самой первой серии. За 30 секунд просто его уже в больницу везут. Я боюсь представить, что будет дальше. Доктор молвил, будешь жить, если хвостик удалить. Сильно... Что? Глупый наггетс, не верь ему. Не верь ему, что значит хвост удалить? Ребят, мне так однажды сказали. Хвост удалить. До сих пор жопа болит. Сильно только ты не плачь, вот пришел уже палач. Рубанул он вдоль хребта, больше нет твоего хвоста. Бог ты мой, это что такое происходит, а? Да, новый позже отрастет, когда жопа заживет. Вот за годом год идет, жопа все не заживет. Это я про себя. Глупый парень без хвоста в палате мнет свои бока. Долго здесь уже лежу, лучшей ночи это я психушка сижу. Выждал время и в черед, он помчался на утек. Но охранник мексиканец крикнул: стой, больной засранец. Ой-ой, надо спрятаться. Это еще кто, больной засранец? Мексиканец, который стреляет по больнице из пулемета? Слыша пули рикошет, он забрался в кабинет. Оторвался от огня, только жажда у меня. На столе стоит вода. О, бутылочка. Выпью, пережду пока. Только это не вода, зелье док варил вчера. Он варил его, подождите, где? В толчке он варил это зелье. Это арбузный сок? Из арбузов с коноплёй, эликсир. Из арбузов с коноплёй выпил он и умер. Ой. Эликсир был непростой. Этим зельем он напился и в арбузник обратился. Это что за чучерило? Нифига себе, теперь они встретились. Мексиканец апельсин и кукарианец арбуз. Надо пристрелить дебила. Все случилось как в кино. Парень выпрыгнул в окно. Ой, хорошо, что у него шапочка летающая есть. Глупый парень, став арбузом, убежал с больницы. А охранник в это время вызывал наряд полиции. Тут дебил один сбежал. Выдвигайтесь, генерал. Понял, принял, выезжаю. И дебила я поймаю. Блин, как же качает эта музыка. Как жаль, что не всегда есть с собой музыкальный магнитофон, чтобы послушать музыку. Но если вы, как и я, умеете делать битбокс, то для вас это не проблема. А если вы не умеете битбоксить, то скорее переходите по ссылочке в описании в мою школу битбокса Оли Кекс. И на онлайн-занятиях я всему вас научу. Это что за мной? Вой сирен, кругом стрельба, ловят копы пацана. Запыхавшись, наш герой забежал в магаз ночной. Помогите, беги, беги, дяденька, кукарец! Скачи от начальника! Ладно, кепку дай сюда, сам ложись-ка вон тут. Сейчас он ему банан куда-нибудь вставит вместо хвоста.
вон туда. Где пацан? Копы шарились везде, но мальца нету нигде. Обыскав весь магазин, не нашли среди витрин. Вылез из укрытия, скоро у меня сокрыть. Он притворился арбузом. Сокрытие, в лесу ведьма есть одна. Отправляйся-ка туда. Спасибо, может расколдует она меня. Отличный вариант, искать помощь ночи в лесу. Продавец сказал, что в ней ведьму я найду скорей. А, это же похоже на игру про мемы, помните, где остров Шайлушая или что там, как это называлось? Она силой обладает, всех в округе исцеляет. И арбузово проклятие с меня сможет она снять. Ольги Бузовой проклятие. Рядом волки с голодухи выли громко на луну. Чуя запах пацана, вышли прямо вслед ему. Стой, малец, тебе конец, будет знатный холодец. Стаю ты не проведешь, против волков не попрешь. Да за что мне все это? Что же? Но это будет так себе холодец, потому что он арбуз. Что же делать, смерть близка? Есть идея у мальца. Нету смысла, есть меня. Он отрезал кусочек себя? Как думаете, какую часть отрезал от себя глупый наггетс? Меня. Я невкусный, нифига. Вышел старый альфа-волк, он в ребятах знает толк. Откусив кусок арбуза, фу, на вкус ты как медуза. Медуза, 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 мои друзья. Хоть какая-то польза от того, что я арбуз. Глупый парень в темной чаще, сидя пред волками. Он, короче, затусил просто с волками. Нормально. Арбуз, которого воспитывали волки. Рассказал мохнатым о несчастье со слезами. Получил люлей я от бомжа и лишился я... А что они жарят на костре? Подождите, у них жарится на костре пустота. Ничего нет. И лишился я хвоста. Выпил зелье, стал арбузом. Как мне справиться с конфузом? Ищу ведьму в лесу. Ладно, парень, не грусти. Ведьму знаем, где найти. Отправляйся вслед за мной. О, они помогут парню. Ура! Герой. По болотам, по волки горам. Наши волки, друзья. Идет караван. Но уже ближе к утру волки вышли на избу. Вот это гигачат изба. Огроменная изба. Избище, я бы сказала. Избу, вот и она, удачи тебе. Точно прямо на опушке стоит ведьмина избушка. Ее видел я во снах и стоит на двух ногах. Эй, избушка, повернись, к лесу задом обернись. Ну лентяй же ты, пацан, обойди меня ты сам. Глупый парень очень рад, лезет вверх под звук цикад. Фух, проделан долгий путь, надо ведьму не спугнуть. Постучался прямо в дверь, отворите, я не зверь. Слышен звук глухих шагов. О нет, я надеюсь, что ведьма ему поможет, а не съест его, как баба-яга. Кто припёрся в шесть часов? Помогите, пожалуйста! Смех разносится кругом, бабка ржёт над пацаном. Угораздилась тебя стать арбузом, трю-ля-ля! Ой, я хочу быть такой бабкой. Вообще, она похожа на профессора МакГонагалл из Гарри Поттера, как вы думаете? Как так вышло, сам не знаю. Думал, воду выпиваю, а в итоге превращаюсь, и в арбуз я обращаюсь. Поможете мне? Я думаю, поможет. Это сильное заклятие, но тебе лежит проклятие. Сейчас гляну, я... Вообще, посмотрите, кто у нее там варится в котле. Я бы, конечно, подумала еще, стоит ли. Что пришить эту загадку? Отправляйся на болото и лягушку принеси. Сделаю я с ней отвар, чтоб тебя, милок, спасти. Уже бегу. Ну все, сейчас найдем лягушечку и готово. Так спешил, что об пень башку разбил. Ой. Поцарапался об ель. Аккуратно. Запнулся об газель. Что? О, запнулся об газель. Я, конечно, слышала, что в дикой природе обитают газели, но не думала, что они прям вот так обитают. Но уже через часок он прошел этот лесок. Сел сейчас бы кашелота, но я вышел на болото. Осталось... Господи, посмотрите, там есть какой-то осьминог. Я думаю, это будет тоже непросто. Осталось лягушку поймать. Тут лягушек пруд-пруди. Парень, давай-ка не пизди. Испытание позади. Прыгнул в воду паренек, но акула тем привлек. Ай, откуда здесь акулы? Вот в чем подвох. Они паскуды, весь покусан из ловушки. Но ему пофиг, да. Вытащил лягушку. Вытащил эту лягушку. Вот принес я, как просили, чтоб меня вы излечили. Что ж, отличный экземпляр. Сейчас пойдем. А, бедная лягушка. Все, давай ее целуй, только сильно не балуй. Что, лягушку, вы серьезно? Молвил он, сближая слезно. Я надеюсь, он не превратится после этого в лягушку. Чую слизь теперь во рту. Не везет же пацану. Шум усилился в ушах. Даже я чувствую слизь теперь во рту.
шах. Потемнело все в глазах. Поцелуи творят чудо. Даже лопнула посуда. Из арбуза пацана. Ура! Превратился в дела. Я спасен. Ура! Ура! Рад пацан и рада бабка. И рада... Это они про меня? Как они узнали, что я рада? А, не про эту бабку. Решена эта загадка. Только что-то не хватает. Мальчик в грусть опять впадает. А что где хвостик? Делать? Как не быть, чтобы хвостик отрастить? Он чуть позже отрастет, когда жопа заживет. Ладно, буду ждать. Эх, надеюсь, у глупого наггетса тоже когда-нибудь заживет жопка и вырастет хвостик. Такой же красивый, как у моего джазика. На этом сегодня все. Всем пока! Музыка без инструментов, с помощью голоса под силу девочкам и мальчикам любого возраста. Битбокс-уроки это интересно. Уроки по битбоксу это полезно. Чувство ритма, слух, артикуляция, дикция, дыхание, реакция. Это все мы развиваем на уроках, братцы. Все, что нужно сделать, взять и записаться.